Каждый год в Токабока появляется новая одежда, как платная, которая появляется с дополнениями, так и бесплатная, которую мы можем найти на почте. Меня зовут Аня, и сегодня я покажу вам, где найти эстетичную одежду в 2023 году. Леончик добровольно согласился помочь мне таскать коробочки. Вы тоже, дорогие друзья, можете присоединиться к поискам и пишите в комментариях, если я что-нибудь пропущу. Давайте возьмем коробочки. Леончик, держи. Ну что, друзья, выходим из домика и отправляемся в первое место. Пролистаем карту вправо. Давайте начнем с почты. За все это время появилась новая одежда. Ее мы с вами получали вот в таких вот коробочках. И первое, что я хочу достать, это вот такую вот толстовку голубую. Также можно взять вот такой комплект. И в другой коробочке находится такая университетская одежда. Можете также очки взять, но сегодня мы только одежду ищем. Давайте пролистаем полочки. Эта одежда уже была, но все равно хочу обратить ваше внимание на эту полосатую пижамку. Многие ее ищут. Так вот, друзья, она находится на почте. И это не единственная классная пижамка. Здесь еще есть одна. Сейчас я ее найду. Кстати, давайте возьмем еще вот это вот темное платьице. Оно тоже довольно эстетичное. Но еще больше эстетичнее выглядит эта пижама с бананами. Ребят, посмотрите, это классная пижама с бананами. Я обожаю бананы, они такие вкусненькие, сладенькие. Давайте передадим эту стопочку и будем выходить из почты. Следующее местечко — это домик Риты. Здесь она сидит и вечно играет. Отсюда я хочу забрать пижамку. Вот такую пижаму с облаками. Давайте перенесем в коробочку. Так, мы уже здесь все перенесли, только не пижаму. Леон, ну что твои волосы-то прилипли, а? Их что там клеем намазал? Вот, друзья, закидываем в коробочку и выходим из домика. А теперь перейдем к новым локациям. Давайте загрузимся в Пом-Пом. Он находится на зимней карте, на второй этаж. Пролистаем карту вправо, и здесь есть магазинчик. Тут продается косметика, аксессуары, и также можно найти классную эстетичную одежду. Вот эти вот платья я обожаю. Спортивная форма. И также вот на этих ребятах есть классная одежда. Давайте их переоденем. Также в раздевалке можно найти зеленое платье в клеточку. Оно очень симпатичное. Перенесем все это в коробочку. И будем покидать магазинчик. Следующая локация, куда мы отправимся, — осенняя ярмарка. Пролистаем чуть влево. И здесь, друзья, вот в этой коробочке, обратите внимание, есть много одежды и также головные уборы. Но мне нужна вот эта одежда с черным свитером. Я считаю, она довольно эстетичная. Все закидываем в коробочку и покидаем осеннюю ярмарку. Пролистаем карту влево. И следующее местечко, куда я хочу загрузиться, — это творческое здание. Давайте поднимемся на второй этаж. Здесь у нас есть вот такой танцор. И мне очень нравится его одежда. Давайте переоденем. Также, друзья, вот в этом шкафчике полно эстетичной одежды. Черное платье, такое же белое. И много разных костюмов. Также есть такой же черный. Давайте все это дело закинем в коробочку. И пролистаем вправо. В раздевалке, вот в этом первом шкафчике, есть желтый такой комбинезончик. И мне тоже он безумно нравится.
Давайте его закинем в коробочку и поднимемся на третий этаж. На третьем этаже слева есть такая вот площадка. И тут также и шкафчики. Вот в этом шкафчике мне безумно нравится одежда болельщиков. Группа поддержки. Давайте ее закинем в коробочку и будем покидать здание. Следующее местечко, куда мы отправимся, это летняя карта. Давайте загрузимся в отель на 0-й этаж. На этой локации есть магазинчик. Магазинчик туристов. Тут продаются разные купальники, плавки. Но мы возьмем вот эту одежду с футболкой. Посмотрите, какая она прикольная. Давайте я вам ее покажу. Вот, друзья, ну посмотрите, ну разве это не эстетично? Такой осьминожек есть также на полочке. Давайте закинем одежду в коробочку. И будем выходить из магазина. Пролистаем карту вправо. И следующее место, это вот новое место, стадион, 2-й этаж. Здесь, друзья, есть одежда на этой женщине. Я сегодня, кстати, в ней выпуск снимаю. Надо ее как-то переодеть. Я даже не знаю, здесь есть одежда. Наверное, нам придется спуститься на 1-й этаж. Ну, в общем, друзья, эта одежда мне безумно нравится. Она, правда, довольно милая и эстетичная. Переодеваем форму. И эту одежду я хочу передать персонажу. Давайте покидать локацию. Следующее место, куда мы отправимся, университет. Хочу обратить ваше внимание на эту форму. Мне она тоже нравится, я часто ее ношу, вот с этой повязкой, кстати. Давайте все передадим персонажам и будем покидать университет. Пролистаем карту вправо. Следующее местечко, куда я хочу зайти, детский садик. Здесь есть две одежды, которые я хочу забрать. Первая вот такой вот свитер с котейкой, а вторая находится на няне. Две эти одежды мы забираем в коробочку и покидаем локацию. Следующее место, куда я хочу сходить, это робокафе. Давайте сюда загрузимся. И первое, что мне нужно, это активировать секретик. Мы делаем розовенькие ромбики и нажимаем на кнопочку. Тут есть костюмчик, и мы сейчас переоденем девушку. Ее одежда очень милая и эстетичная. Мне также нравится сумочка в форме звездочки. Думаю, парню не понравится ее новый костюмчик. Ну, что не сделаешь ради выпуска. Давайте, друзья, покинем это место и отправимся в следующее здание. Оно также находится на этой карте. Это многоэтажное здание. Мы загрузимся на 1-й этаж. Листаем влево. И тут моя самая любимая одежда. Это, во-первых, с лягушкой, вот это платье и с глазиком. Надо переодеть девушек. Давайте сменим одежду, а это закинем в коробочку. Выходим из здания. Не могу пройти мимо нового здания, а именно поезда. Давайте начнем с 1-го этажа. Здесь в поезде есть чемоданчик. Так, только здесь фрукты. Наверное, вот этот зеленый. Да, тут, кстати, тоже этот свитер есть красненький. Мы его уже забрали. Но я хочу забрать вот этот вот свитер. С зайчиком. Давайте передадим к себе. Так, одежду заберем. Надо будет переодевать персонажей. Обожаю эти летающие баги.
поднимемся, друзья, выше. Только мы не на первом, значит, были, на нулевом. Вот сейчас поднимаемся на первый этаж. И продвигаемся влево, до самого конца. Вместе с чемоданчиком. Первая одежда – это вот это платье. Черное красивое платье. Также, друзья, вот в этом месте можно найти классную одежду. Посмотрите эту осеннюю курточку. И также есть комбинезончик с облаками. Мы все это дело передаем себе. Но, друзья, это не вся одежда, которую я бы хотела забрать. Также есть вот эта вот одежда с облачками. И на этом парни. Мы их переодеваем, а одежду забираем. Пролистаем карту вправо. Сейчас загрузимся в жилой домик. Вот в этот вот, там где находятся питомцы. Очень много зоомагазинов. В этом домике, в ванной, есть много одежды. Я хочу забрать эту с арбузиком. Также комбинезончик. Обратите внимание, пижамку с облаками мы уже нашли. Здесь также полно аксессуаров милых. И вот такой вот одежды. Закидываем в коробочку и покидаем домик. Листаем карту влево. Следующее место, куда мы отправимся, это больница, нулевой этаж. Листаем карту вправо. И тут находится девушка. Мне нравится на ней платье, и я хочу себе его забрать. Только как это сделать, если нет одежды? Друзья, помогите, я не могу забрать с нее одежду, потому что тут нет во что ее переодеть. Давайте спустимся на минус первый этаж и заберем какую-нибудь одежду. Вот, допустим, вот эту одежду заберем. И вернемся на нулевой этаж. Давайте теперь ее переоденем. И это голубенькое платьице, вернее комбинезончик с полосатой кофтой, мы забираем себе. Выходим из больницы. Давайте пролистаем карту вправо. Находим киностудию. Загрузимся на второй этаж. И как раз таки отсюда я заберу костюмчики, чтобы было легче переодевать персонажей. Листаем карту влево. И здесь моя самая любимая одежда. Но не самая прям любимая, одна из самых любимых. Вот эта вот синенькая. Давайте закинем ее в коробочку. И сейчас, друзья, поднимемся на последний этаж. На третий. Здесь у нас снимаются актеры. И вот на этой актрисе с черными волосами мне очень нравится курточка, сердечком. Посмотрите, друзья, она очень красивая и эстетичная. Я также ее закину в коробочку. И буду покидать локацию. Последнее место, куда мы отправимся, осенняя карта, пекарня. Здесь есть посетитель с милым уютным комбинезоном, и я хочу его забрать. Все, друзья, это была вся одежда. По моему мнению, может быть, я что-то и пропустила, дайте знать в комментариях. А мы выходим из пекарни. Еще одно место, где я хочу показать вам эстетичную одежду, находится в редакторе персонажей. Давайте в него загрузимся.
перейдем к своему персонажу и откроем вкладочку с одеждой. Начнем, пожалуй, с повседневной одежды. Вот первая одежда, и это футболка с облаками, мы ее уже видели. Далее идет такой комплект с розовыми штанами. Его можно одеть на какую-нибудь прогулку или посиделки в кафе. Следующий комплект с черными штанами и черный такой лягушонок. Можно на тусовку с ребятами. И, кстати, следующие кроссовки, они почти что похожи вот от этого комплекта. Здесь идут серые шорты, розовая футболка и модная зеленая сумка с язычком, но это молния. Следующий комплект – это джинсы и белая маечка. Cool, cool, круто. И я тоже считаю этот комплект крутым. Тоже очень милый и эстетичный. Друзья, посмотрите на этот комплект шарфиком. Очень красивый желтый модный шарфик. Вот эта одежда, которая на мне, она находится в повседневной. Следующий раздел с толстовками и другими худи. Первая, вторая и третья у нас уже есть, мы это нашли на новой локации. Вот это тоже было на новой локации, и вот это платье. Точнее не платье, а юбка и толстовка. Я хочу показать вам вот эти две одежды. Первая пригодится для школы или универа. А во второй одежде можно пойти тоже на какое-нибудь свидание. Посмотрите, какая красивая кофточка. Также очень симпатичный комбинезон синий с белой толстовкой. Эта одежда уже была, мы также делали с ней подборки. Сейчас будем собирать совершенно новую подборочку. В официальной также добавили костюмчики. Я хочу отметить этот зеленый костюм. В этом разделе есть также красивый розовенький, даже не розовый, а более коралловый костюмчик. В платьях добавили новые платья. Из этих платьев я хочу отметить вот это вот с белой кофточкой. Зеленое мы уже добавили в наш список. И эти платья тоже есть в пом-пом. В курточках можно отметить первые два комплекта с шарфиками. Обожаю шарфики. Кстати, вот этот фиолетовый тоже мне нравится. И зеленая толстовка уже есть в нашей коллекции. А эту курточку мы нашли в киностудии. И я отметила на ней сердечко с правой стороны. Ну это если вот с нашей стороны отсюда смотри слева, а так это справа находится. Короче, вы поняли, друзья. Вообще много также эстетичных аксессуаров. Но сегодня у нас выпуск полностью посвящен одежде. И вот, друзья, это моя подборочка. Сейчас будем загружаться в домик. И развесим все, что нашли. Так, листаем карту вправо. Вот наш домик, уличный, там где можно организовать как раз магазинчики, кафешечки. Ого, а у меня пустые коробки, все ли он таскал? Ну ничего, Леон, ты у нас мужчина, я думаю, все правильно сделали. Давайте развесим одежду. Пижамка, желтый комбинезон, одежда болельщиков. Посмотрите, друзья, как много красивой одежды. Некоторую одежду мы не замечаем, но если хорошенько покопаться, то можно найти полно классных вещей. Вот эта одежда как раз таки на мне. Мне кажется, мне не хватит места. Ну ничего страшного, если не хватит, сейчас дополним манекены. Да, этого я и боялась, у меня не хватило манекенов. Но ничего страшного, мы сейчас найдем эти же манекены и поставим. Есть, кстати, также манекены для головных уборов. И также на них можно размещать очки. Только что-то я не посчитала, сколько мне манекенов нужно. Ну, давайте поэтапно будем все вешать. Вот эти платья повесим. Спортивный костюмчик. С черной толстовкой. Так, у меня осталось 3 одежды. Значит, 3 манекена. 1, 2, 3. Елочка гори, хочется сказать, но нет, друзья, уже как бы февраль, скоро будет весна. Давайте с вами повесим до конца одежду. Точно, у меня еще вот здесь лежит. Ну что ж такое-то, места все не хватает.
Еще 3 манекена нужно. О, мы можем еще сюда поставить. Все, я нашла им место. Замечательно, друзья. Посмотрите на это. Посмотрите, как много классной эстетичной одежды. Возможно, я что-то пропустила? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, вот такая подборочка 2023 года получилась. Мне нравится вот эта вот с арбузиком одежда. Ну, посмотрите, какая она классная. Очень яркая и сочная. Также я люблю вот эту одежду с лягушонком. Особенно стоит отметить подарочки с почты, а именно вот эта университетская, тоже подойдет для каких-нибудь съемок или вы можете ходить на учебу. Берите всю эту одежду на заметку, друзья, а я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, если хотели бы какую-нибудь подборку с вещами, аксессуарами, и делитесь этим видео с друзьями. Я вас всех очень сильно люблю, желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи, всем пока!